Здравствуйте, друзья и гости канала. Ну, вот как говорила, буду собирать зефирный тортик. Один я уже собирала, но я его съела и забыла показать. Наложила я вот массу зефирную в кольцо и заложила я его пленкой. Ну, как всегда, все поуделала кругом. Теперь дальше. Сейчас я вот... Это у меня вишневое желе, оно было замороженное. Сейчас я его положу. Сверху. Сейчас, секунду. Вот я его положила. Правда, не особо ровно, но его не особо будет видно, потому что сверху я его сейчас заложу опять зефирной массой. Ну вот, еще круг наложила. А масса у меня еще осталась. У меня то, что я делала на тот же самый объем, но... И теперь сверху бисквит. Сейчас я его придавлю посильней. Вот. Ну и все. А это сейчас сделаю маленькие зефирки тогда. Не выбрасывать же мне ее. Ну а то, что получится, я вам покажу уже теперь завтра на завтрак. Потому что сейчас уже никак. Полдня сегодня после своего взрыва. Все здесь мыло убирала. Так что... Ну, он еще бисквита наделала. Сейчас картошку буду делать. Эти я оставлю пироженки, буду делать потом. А из бисквита, из обрезков из этих, и из этих белых обрезков, то, что тоже буду сейчас делать картошку. Ну и покажу вам, что я буду с ней делать и как она будет выглядеть. Все, всем хороших выходных, всем хороших снов. С вами была Елена, Московская область.